Подъем с глубины. Барнаульская «Динамо» одержала вторую победу в сезоне. Столь долгожданное для болельщиков событие случилось в матче с Читой. Команде Сергея Шишкина удалось забить два мяча уже в дебюте встречи. Отличиться удалось Погребану и Липину. Правда, удержать сухой счет до перерыва все же не удалось. После паузы команды обменивались опасными ударами, но забить так и не смогли. В итоге 2-1 в пользу сине-белых. Эта победа позволила «Динамо» уйти с последнего места в турнирной таблице. Сейчас в активе всего две победы в 11 встречах. Следующую игру «Динамовцы» также проведут на родном поле 13 октября. На этот раз в гости приедет иркутский «Зенит». После этого команда попрощается с болельщиками до апреля. Именно тогда будет возобновлен чемпионат во второй лиге «Зоны Восток». Ну, уже я, в принципе, программу подготовил, подготовки зимы. Мы все расписали, вопрос в другом, как это все будет по нашим условиям. Конечно, хотелось бы тренироваться не только здесь, но и ездить на сборы, на какие-то турниры, участвовать в турнирах. Ну, посмотрим, как организационные моменты, они еще, честно говоря, еще не обговорены.